как влияет авторитет родителей на воспитание детей. Говорим об этом с известным лектором Юрием Луценко. Авторитет будет, если дети родителей уважают. Ведь ребенок, как правило, все копирует. Привычки, слова, манеру поведения. Ну и, естественно, не только родителей, старших детей, сверстников в школе. Поэтому важным элементом воспитания является позитивный пример. Хорошо, когда у родителей легкий, веселый характер, теплые отношения в семье, хоть какой-то налет знаний по психологии детской. Тут еще надо отметить, что помешать негативному влиянию внешней среды довольно сложно, к этому надо быть готовым. Бичом стали всевозможные гаджеты, даже если вы ограничите или совсем запретите ими пользоваться. Ну, дети будут вас в обиде, а доступ, скажем, к телефону и к интернету будут искать у своих товарищей. А платить они тоже найдут как, будут у любящих дедушек и бабушек просить. Все же, возвращаясь к позитивному примеру старшего поколения, некоторые ограничиваются назидательным тоном и запретами. Запреты, конечно, хорошо, временно помогают, но со временем научатся обходить. Нужна мудрость. Найти грань между строгостью и свободой. Перегнешь в сторону строгости, ребенок становится врагом, замыкается, будет огрызаться, искать авторитеты подальше от семьи. Излишний уклон в сторону свободы будет расти эгоист и лентяй, если что не хуже. Главное, мне кажется, по-настоящему любить своих детей, не жалеть для них свободное время. Они ведь очень наблюдательные, все видят, все замечают и про себя делают выводы. И помнить, что процесс их воспитания очень непростой, особенно в наше время. Чаще беседуйте с ними на различные темы. Будьте интересным, знающим рассказчиком. Обязательно найдите, чем увлечь ребенка и заполнить его досуг. Спорт, начальное музыкальное образование, технические, творческие кружки какие-нибудь. Не сразу, если получается, ну, надо пробовать еще и еще. Для развития вводить театр, тематические выставки, чтобы выявить, что его интересует. Может быть, встреча с интересными людьми. Короче, будьте профессиональными родителями. И время вернет вам вложенный труд, благодарностью детей и их умением жить.